Майнкрафт, но с каждым убийством мой инвентарь становится меньше. Смогу ли я развиться с полного нуля до алмазника? Смотрите в этом ролике. И, кстати, до Нового года осталось всего лишь 10 дней. А у меня есть мечта, это 300 тысяч подписчиков до Нового года. Поэтому, если тебе реально нравятся мои ролики, то не пылись и нажми на эти две кнопки. Подписаться и поставить лайк. Тебе же не трудно, а мне вот супер приятно. Ну и, как обычно, играл на Арисмане. IP на экране и в описании. Присоединяйтесь. Первым делом нам нужно найти оружие. Но благо у меня есть донат Пандар, который стоит 1000 рублей, который можно написать одну секретную команду. А именно Эндер-сундук. И здесь у меня валяется один деревянный топорик. Это значит, что у меня есть всего лишь один шанс слить какого-нибудь крутого челика, тем самым заблокировав себе один слот. Поэтому мы прописываем команду PvPS, и мы таким образом начинаем поиск поединка. A few minutes later. Опа, ребята, противник найден, но, к сожалению, это обычный игрок. Но, возможно, у него будут какие-то ресурсы, ребята, поэтому мы начинаем с ним схватку, и, ребята, последний удар, и давай, да, убийство. Но у него было всего лишь два топорика. Ну ладно. За это убийство я потерял всего лишь один слот, но если мы посмотрим в инвентарь, то он выглядит вот так вот, заблокирован. И наверняка уже найдутся умники в комментариях, которые мне напишут: просто перенеси этот слот в другой слот или просто выкинь этот слот. Ну почему бы нет? Но фиг там плавал, ребята, потому что если мы захотим его выкинуть, то мы просто не сможем его взять. Смотрите, я пытаюсь его взять, но ничего не выходит. А если один, два, три... Не, вообще, ребята, ничего не выходит, смотрите, он просто возвращается обратно. Но хочу вас обрадовать, если я умру, то заблокированные слоты разблокируются. Но умирать я как бы не планирую. Пользуясь своей привилегией, я нашел какого-то игрока, у которого инвентарь вот такой. Кто не в курсах, это набор игрока, поэтому... Поэтому что? Он просто ливает от меня. Вот говно. A few minutes later. Но не стоит расстраиваться, потому что я, ребята, еще одного гестартера вижу, и у нас есть шанс его слить, ребята. Только у него, блин, какой-то жесточайший набор, блин. Он меня сливает, и, ребята, у меня пропадает барьер. В принципе, я ничего не потерял, так еще от барьера измаялся. В принципе, нормально. О май гад, ребята, я походу заметил гестартера, поэтому... О, здорово. Подожди, стоп, стоп, подожди. Подожди, да ладно. Почему он не одел свою броню, ребята? Это... Да ладно, это не покоцанная броня. Видимо, челик вообще не успел ничего сделать. А я его уже слил. Ну, так бывает. У меня, ребята, заблокировался один слот. Но зато у меня теперь есть полноценный гестарт. Вообще не закосный, даже с яблочком. И я считаю, что это очень выгодный обмен. Один слот на целый, блин, гестарт. Офигенно. О, май гад, ребята, какой-то алмазник здоров... Да ладно, он читак, блин, ну что с тобой поделать-то? Иди ты в сраку, блин. Он получает свой, ребята, заслуженный бан. Я думаю, что вы согласны, что это был читер. Ну, а мы с вами прописываем Эндер Сундуки. А, у меня он пустой. Блин. Тогда прописываем команду One. Идем на War PvP. И сейчас мы попытаемся выбить кит-старт. На Арисмане есть кабинки 1-1, которые позволяют мне легко выбить броню для старта. Поэтому, ребята, вот Саша Пойнт. Братан, давай с тобой немножечко попэкаемся. Заходи в эту кабинку и... Блин, что-то не особо хочется на PvP. Давай, бро, заходи, не бойся. Ресы, ресы, парни, ресы, я... Нет, какой... Нет, черт. Ребята, я его слил. Да, я получил с него каменный топор. Но у меня заблокирован теперь, блин, слот. Ладно, ладно, зато, ребята, у него 9 урона. В то время как у деревянного всего лишь 7. Поэтому слот как бы, ну, немножечко окупился. И в итоге посмотрите на этого игрока. У него есть меч, то, что мне надо, чувак. Давай сюда. Мы еще один слот потратили. Но зато, эти, ребята, у меня есть меч, который... Ну, у него 7 урон, правда. Но скорость атаки у него 1,6. В то время как у топора всего лишь 0,8. Но теперь мне недоступно целых 2 слота. Но мне по-прежнему, блин, нужен кит-старт. Хотя бы какая-то броня начальная. Давай, 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 заходи. Ах ты ж. Да нет, какой, блин, голенький чел. Нет, минус один слот, блин. Кит-стартер, ребята, отлично. Есть, 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 сюда. Чувак, давай, 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 осторожно, тише, да. Я это, да, я записывал, хух. Ребята, я с него поимел. Меч на остроту 2. Это, ребята, мне точно надо, поэтому одеваемся в его кит-старт. Да, ребята, он, ну, вонючий кит-старт, но, ребята, для первого времени даже очень неплохо, потому что у нас есть уже меч и заблокировано 4 слота. О, давай, сюда! Вы видели, там была зелька. Блин, я нажал не на Ctrl, а на F5. Как оно вообще вам... Что? Опа-на, опа-на, какой-то игрок, у него есть лопата, чувак, сюда, 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 сюда. Опа-на, ребята, все. Какой... Почему меня телепортировало для поединка куда-то в какую-то жопу мира? Вопрос. Так, ребята, еще за мной гонится какой-то зачарованный алмазник. Ладно, ладно, окей. Из-за него я, между прочим, срал свою, блин, лопату. Чувак. А, это еще и читерок. Да ты задолбал. Вы только посмотрите, ребята, на его удары. Смотрите, я сейчас... Кстати, что это за текстурка такая? Если вы знаете, напишите в комментариях. Смотрите, ребята, просто он сейчас будет меня фигачить своим мечиком за 5 километров. Так сказать, проверено уже мной, да, блин, много тысяч раз.
Ну вот что это за удар сейчас был? Что это такой вопрос? Ах, даже знаешь, сейчас просто, ребята, от него убежать. Что вообще практически невозможно, потому что он в любой момент может просто поскакать по, например, воде, и ему будет вообще все равно. Но все-таки шансы есть, хотя бы минимальные, но они есть. Прыгаем, 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 и ливаем! Есть! Я ливнул. Хух! Прямо сейчас я чуть не срал свои все ресурсы. Нет, на этот раз нет, я не отдам свои ресурсы. Ребята, где-то очень близко какой-то алмазики. Вот он, вот он, вот он! Отлично, чувачок, сюда иди. Давай, 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 давай. Опа! Со спины нападаю. Здорово! У него, ребята, уже мало сердечек остается, поэтому нам нужно его просто дожать. Ребята, буквально 16 сердечек. Давай, сюда! Блин, что у него за удары такие интересные? А ну, чувачок, сюда! Какая крыша! Какой перл! Он еще забафал зелье силы. Офигеть, это GG. Еще бы я бы нанес один удар, и он умер, но нет! Он, блин, забрался на крышу, возомнился каким-то руфером и просто, блин, забафал зелье силы. Блин. У меня есть один план. Нам прямо сейчас нужно дождаться, пока его зелье силы закончится. Поэтому давайте мы быстренько прибежим на то место. Злополучная, блин, крыша. А, все, он отсюда ливнул. Блин, не сработал мой план. Ну ладно, окей. Я более чем уверен, что он еще вернется. Подождите, подождите. О, откуда ты выбежал, братан? Ты выбежал из ниоткуда, точнее, из вот этой листвы, либо что это за блоки? Как он мне попадает, вопрос? Че за читер? Я, ребята, не удивлюсь, если это мой читер, поэтому давайте мы уже заготовим команду на, ну, на вся... Я телепортировался на РТП. Я просто гений. Я хотел написать... Ааа, просто, блин, я хотел, ребята, написать вот так вот, бан, но у меня новая клавиатура, и вместо Б я написал В. А В у меня телепортация возле ближнего игрока, ну, ближнего, офигенно. Сегодня явно не мой день. Да, еще у меня в башке, блин, стрела. Не спрашивайте, откуда. Зато, смотрите, вот и кого я нашел, здесь чел, у которого, ну, супер крутой инвентарь. Главное его сейчас не всрать, поэтому что мы делаем, ребята, мы быстренько бежим по стрелочкам и... Подожди, это он, что ли? Подожди, нет, это невозможно. В любом, ребята, случае, давайте мы сначала отхилимся, чтобы у нас был хил, и все, просто забегаем в их дом. Здорово, сюда. Ты что так? Да иди ты в жопу. Что за игра такая неинтересная? О, ребята, он где-то здесь. О, вот он, здорово. Ребята, я же говорил, что он придет. Мне силу завязали. Ребята, мне силу завязали, камон! Вот только, ребята, они еще на себя ее завязали, поэтому мне сейчас нужно как-то отхилиться и просто быстро сейчас убежать и отхилиться. Быстро, ребята, просто все, хаваем яблоко, быстро хаваем яблоко и все. А, не все. Иди ты в жопу. Опа, ну, ребята, алмазник, наконец-то, за долгое время мне появился алмазник. Чувак, ты от меня точно не убежишь, я уже столько раз просрал свой кистар, то что мне очень обидно. Поэтому я 100% отыграю на тебе, поэтому, ребята, хаваем яблоко. Да нет, тише. Куда разыгрался так жестко? Ау. Чувак, не в мою смену, сюда. А у него щит, блин, у него щит. Один удар, и я снова, блин, умер. Мне нужно, ребята, сейчас быстро отхилиться, поэтому мы вот так делаем. Оп, все, хилимся, хорошо. Пока что, ребята, я преуспеваю. Да, блин, как он так попадает по мне, вопрос. Просто берем лук, ребята, и вот так остреемся. Так, опа-на, наносим чуть-чуть ударчики и просто, ребята, снова хилимся. Нужно быстро хилиться, отлично, все, захилились. Снова, ребята, готовим лук, вот так вот, здорово, сюда. У него, ребятки, уже мало сердечка осталось, поэтому давайте, мы попробуем его сносим щит. Блин, у него очень мало сердечек осталось, но у меня тоже. Поэтому, ребята, мы снова хилимся. Здорово. Снова лук в бой, сюда. Мне 100%, ребята, нужна эта алмазка, поэтому, чел, сорян, но сегодня я тебя загашу. Блин, только надо выбраться из этой ловушки, а то, блин, он меня загасит в этой пещере. Но ничего, ребята, я готов к своей смерти, поэтому просто зажимаю его максимально люто. Да вот так вот. Нет. Почему я упал в какую-то дырку? Сегодня явно не мой день. Так, опа, какой-то чел. Ребята, какой-то чел выходит. Какой-то чел хочет выйти из своей коробки? Давай, выходи. Вы только посмотрите, ребята, как он ее застроил. Просто посмотрите, сколько есть грязи. А, я понял, ребята, это еще алмазник. Вот это мне повезло. Давай, чел, выходи. Ты же хочешь повапехаться, правильно? Поэтому, чел, давай, выходи. Я же не могу к тебе пройти, потому что здесь занята территория, поэтому открывай. О, красавчик. Все, он мне дал, ребята, КДМ. То есть у него 30 секунд, он никуда не может ливать. Поэтому, братан, все, уже некуда ливать. Давай по ПВП, честно, по ПВП с фризом, как бы, ну, это честь. Ну, естественно, для тебя, а не для меня. Ну, в любом случае, ребята, просто ломаем ему щит, такие, оп. Я не хочу играть, все, всем удачи, всем пока. Опа, на, ребята, я нашел... Так, это не запланировано был взрыв. Короче, ребята, я нашел гидру, поэтому мы даем ему КД. Давай сюда, чувак, оп. Да, блин, КД дать, вот, да... Блин, другому чел дал КД. Да ты чё, ты... Чё я за... О, все, дал КД. Блин, ребята, хэштег фриз Мазила. Но, ребята, он не убегает. Отлично. Это значит то, что он хочет на ПВП и... Он получит этого ПВП. Вот только у меня уже 4 сердечка. Поэтому я быстренько хаваю золотое яблоко, смотрю назад и... Подожди, а чё меня не добил? А, я понял, ребята. Это где-то его здесь недалеко региончики, поэтому... Скорее всего, он, если я его даже не солью, он просто, ребята,
в регион свой забьется. Давай сюда еще. Да! Слил! Отлично! Бежим! Полстречка, бежим! Если я прямо сейчас где-нибудь упаду, ребята, то это все, это габелло. Поэтому мы должны сейчас захавать стейк с вами и просто продолжать бежать! Да! Я ливнул, ребята! Это защита 1! Камон! Острота 1! Отлично! Есть! Есть прогресс спустя, блин, 10 минут видеоролика! Кстати, подожди, а у меня слот не залочили. Почему? Вопрос. Ну ладно, окей. Так, даже, ребята, будет лучше. Так, ребята, мне был найден поединок с каким-то алмазиком. Вот. О, вы... Что? Его кикнул или что? Подожди, оппонент для поединка найден, вы телепортированы. Ребята, вы видели на ваших глазах? То есть он просто рассыпался, и это, ребята, было за 2. Ребята, пишите в комментарии то, что это постановы или... Во, видели? Он только что зашел. Что это за фигня? Его, походу, кикнуло! Но, ребята, это был игрок, поэтому, возможно, это реально был читер. Потому что, ну вот, блин, у игроков, у которых вот кит, вот Z2, Z3, они вот читеры. Вот, ну, практика показывает, что это реально читер. Но вы только взгляните, ребята, у меня уже есть практически фуловый набор Феникса. Пёрка, внимание! И набор из игрока меч. Офигенно. А, подождите, ребята, все, у меня фул набор есть, да ладно? Мы его отложим в эндер сундук на всякий случай, потому что я уверен, что меня еще сольют. И чтобы мне было не так обидно, я солью худшую броню. А потом надену уже вот эту броню. Опа, на, ребята, вы видите? Я тоже его вижу. И как к нему пробраться? Конечно, я могу израсходовать свою перку, но я уже отсюда не выберусь. Ну, если я израсходую перку, естественно. Поэтому нам нужно, чтобы он каким-то образом вышел сюда, прямо вот ко мне, и я его здесь загасил. О, он открывает дверь и закрывает, блин. Короче, ребята, ладно, есть шансы, поэтому я беру перку. И самое-самое главное, давайте сменим все-таки бронь, потому что будет обидно, если меня сольют. Поэтому немножко переодеваемся, быстренько складируем в эту вот бронь. Извиняюсь, просто немножко запинаюсь, очень волнуюсь. И наша задача прямо сейчас попасть в этот особняк. Поэтому, братан, впусти меня, пожалуйста. Давай, впускай. Да, есть, ребята, впустил, хорошо. Чувак, да, минус, отлично. Сюда! Минус! Еще! Отлично, минус! Отлично! Бежим! Здесь можно выйти! Да ладно! Ребята, просто это гениальнейший гриф. Что я с него поимел? Посмотрим, ребята, это набор гидры. Неплохо. И еще мечик из набора гидры. Вообще отлично! Кстати, заметили, да? Ну, вот, 2 слота уже заблокированы. Но я считаю, что это неплохая цена за кит гидры и еще за кит-старт, который я не подобрал. Ну ладно, окей. Чел попался. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, это игрок. Я уверен, что это читер. Вот почему-то я, ребята, на 100 уверен, на 100%, что это читер. Смотри, моя тима топ. Ну вот, у какого нормального человека будет такой ник? Поэтому, ребята, разворачиваемся вот так вот, бан. Моя тима топ. Нет, он не читер. Он не читер. Ребята, я ошибся. Мало того, что я сейчас прямо сейчас срал перку, ребята, так я еще и срал, блин, жизни. Поэтому мы что, ребята, делаем? Мы быстро хилимся и просто, ребята, бежим со всех ног, потому что у нас нет хилок вообще ноль. Как же я надеюсь, что это не читер. Пожалуйста, скажите то, что это не читер. Все, ребята, просто погнали его гасить. Я очень, ребята, надеюсь, что это не читер. А он забивает. Он забивает, ребята, силу. Черт, пару ударчиков по мне, ребята, и я просто сдох, поэтому. Подожди, стоп. Да ладно, я его снимаю! Так, братан, стой. Я тебя не снимаю, ты мне помог, красавчик. Кстати, если знаете, что это за скин, напишите в комментарии. И, ребята, мы с него выбили защиту 1. В принципе, неплохо. Так что давайте мы этому игроку в качестве благодарности дадим кит-старт. Мне он уже как бы не нужен, поэтому, братан, держи. Спасибо за помощь. Ну, а этот кит, который я только что выбил, мы слотируем в Эндерснук. И, ребята, вот вы видите, мы уже по чуть-чуть, потихонечку добиваемся вершин. Кстати, ребята, посмотрите вот сюда. Доллары 5000 почти. Мы на эти деньги можем, знаете, еще купить? Правильно, зелье силы. Поэтому идем на варп-маркет. Ребята, это, видимо, деньги, с которых... Ну, как сказать? Это деньги, которые я заработал путем гриферства. То есть мне давали денежку за то, что я убивал челиков. И вот, поднакопилось. Поэтому, ребята, мы покупаем зелье силы, естественно, за доллары. И давайте еще одно купим и положим это все дело в эндер-сундук. Я думаю, зелье скорости я не буду покупать, потому что оно стоит как зелье силы 2. А оно как бы, ну, немножечко имбови, так скажем. О! Здорово, ребята, все, забиваем. Хотя... Мы, ребята, не будем забивать, потому что он от меня ливает, и, возможно, он ливнет, потому что у нас, ребята, одинаковая скорость. Но не тут-то было, потому что, ребята, я изучал навыки паркура, поэтому, чувак, сюда, уоп, пару, ребята, критов, и у него уже нету полбаллона, отлично. Блин, он кидает перку, говнюк. А перк, ребята-то, у меня нету. Ты решил... Он решил, ребята, с тобой попахаться, все, зелье силы выпиваем, вот так вот, опа-на, давай, кто...
О, о, включил щиты, походу, ребята. Смотрите, у него каждый удар проходит. Камон, чувачок, нормально тебе? Хорошо, да? Тебя отлично я вижу, да? Хорошо, молодец. Все, ребята, мы его слили. Еще один слот заблокировал. Подожди, заблокировался или не заблокировался? Но, ребята, зато мы поимели уже всего тоже защиту 1. А, нет, острота 2. Неплохо. Но броня, защита 1. Это, ребята, немножечко не оправдывает это зелье силы, которое я прямо сейчас выпил. Но зато у меня есть, ребята, ну, как бы, не поломанный щит. Обращаю внимание на то, что у меня еще дофига стейков и есть запаска, по крайней мере, это супер. Так, ребята, мне нужно еще один поединок, и здесь какой-то челик, и он в каньоне. Чувак, ты от меня точно теперь не ливнешь. Ян 559, сорян, но сегодня не твой день, ребята, поэтому мы пьем зелье силы, немножечко забиваемся. Он, ребята, уже в ловушке, автоматически. Немножечко ему не повезло с расположением, но... Бывает, братан, бывает так, поэтому, ребята, все, сюда, просто, ребята, его немножечко убиваем, совсем капочку так, уап, и еще один ударчик, и чувак, два сердечка, ну все, умирай. Фух, это, ребята, было очень легко, мы с него поимели защиту 1. Блин, вы задолбали защиту 1, где защита 4? Хочу защиту 4. И мы, ребята, еще один слот заблокировали, блин, я думал, что это будет быстрее, но слишком мало киловки делаю, можно все-таки и кикстартеров теперь сливать. Это была шутка, кикстартеров лучше не трогать. Также было принято решение сделать себе немножечко сундучков, потому что у меня уже, ребята, просто в эндер-сундуке не хватает места, а сундук мне поможет расширить мое пространство. Все-таки как-никак у меня 5 слотов уже заблокировано, места у меня не так много. Поэтому мы ставим здесь этот хом, допустим, L2, и если что, будем сюда возвращаться и слотировать сюда ресурсы. А в конце видеоролика я солью вам координаты этого сундука. Ну, если там что-то еще останется. Смотрите, ребята, что я нашел? Это 2 челика пэкаются, поэтому давайте мы немножко поможем серверу. Оп, минус 1, чувак, тебе следующий, давай. На подходе, так сказать, чувак, все, мне нужна твоя бронь, извиняй, но сегодня у нас такое грифер-шоу. Новый уровень! Просто сколько экшена в одном ролике, ребята, вот за это можно лайк и подписку, реально. Что ж, забираем, ребята, все шмотки, это, ребята, внимание было за 1, да вы задолбались свои за 1. И у меня уже залочилось еще плюс 2 слота, практически, ребята, полоска залочилась. А это еще не конец видеоролика, возможно, у меня вообще весь инвентарь залочится, кто его знает. Но, мы с вами терматируемся на хом L2, и давайте кое-что проверим. Возьмем шмотки на Z1, которые мне, в принципе, не так уж и нужны, потому что у меня есть запаска Z2. Отправляемся на Warp Market и идем к алхимику. Вот здесь он находится, кликаем по нему, и, ребята, здесь можно... Где? Вот, снятие зачарований. Значит, смотрите, мы берем в эту ручку, вот, допустим... Положись. Во, красава. Берем, значит, ботинки на Z1, и, ребята, просто-напросто... Подожди, а где? А, вот. Снимаем с нее прочность. Опа-на. Подожди. Не найден предмет в твоем слоте. Почему? Я же взял, не? Видимо, ребята, предмет слишком поврежден. Тогда давайте просто ради теста, ребята, ну, попробуем его зачаровать. И не спрашивайте, откуда у меня алмазы и наковальня. Это секрет. Допустим, ребята, вот этот шлем. Хочу я немножечко, как бы, ну, починить. Теперь идем на Warp Market, и давайте мы его попробуем сдать вот этому алхимику. Потому что, ребята, мне самому интересно, как это все дело работает, поэтому нажимаем сюда, снять зачарование и... Да, все. На, держи. И я получил, ребята, за это внимание $700. Это очень неплохо, поэтому давайте мы еще немножечко зачарим наши вещи. Просто буквально по одному алмазу тратим, и как бы, ну, все. Мы можем снять зачарование. Офигенно же, не? У меня остается, ребята, еще 4 опыта, поэтому я еще могу 4 вещи открафтить, как сказать, реставрировать. Поэтому берем последние, ребята, по ноже, реставрируем их и погнали снова на варп-марке. Пробуем сейчас все это барахло сдать этому алхимику. Так, это есть, хорошо. Давай вот это. Да почему, в смысле? Блин, не работаешь, что ли? Подожди. Работает! Отлично! Все, просто, ребята, надо вот так менять. Блин, да. Странная система, но, ребята, она работает. Она работает. И, кстати, просто прислушайтесь к этому звуку. Вот, слушайте. Блин, какой офигенный звук. Блин, я кайфую с него. В общем, просто, ребята, ну, фармим себе балансик, так можно сказать. По чуть-чуть, по $700. Но, ребята, зато мы фармим баланс. И у нас, ребята, уже почти 9000. А эти шмотки можно выкинуть, потому что, ну, они мне не нужны. Кстати, а что насчет мечика? Мы можем меч дать? Ну-ка, посмотрим. Нет, не можем. В одной из рук нет предметов или одинаковые предметы не одинаковые. Чего? А, подожди, я не туда зашел. Во! А, ну тут вообще $500. Ну ладно, пофиг, все, снимаем. Вот, держи, брат. И теперь у нас есть ровно 9000. Поэтому, что мы идем? Чем мы идем? Гениально. Мы идем, ребята, к травнику и просто закупаемся бафами. Потому что мы сейчас можем себе позволить зелье скорости. Но одно. Я больше, ребята, не буду покупать, потому что оно очень дорогое. И на все бабки просто, ребята, закупим зелье силы. Я думаю, что это будет рациональное решение, потому что мне всегда нужно зелье силы. Кстати, у меня дофига еще этих наборов есть, поэтому, в принципе, как варик, можно будет сдавать этому челику все. Остальные зелья силы, я думаю, положу в сундук. Они, ну, их, ребята, никто не украдет, поэтому они в надежности и сохранности. Так, ребятки, мне дошелся поединок. О, забафанный. Блин, ребята, это очень опасно, но мы его откидываем. Снова ломаем ему щит. Здорово, чувак, давай.
Да, ах ты ж говно с читами, походу. Блинский говнище. Я не уверен, что это был читер, но у меня, ребята, еще остались ресурсы. Да, у меня есть очень много запасок, благо. Но за двойки-то нету. Блин, я слил самую офигенную бронь. Острота 3! И вы молчали все это время! Блин, как я мог ее не заметить? У меня все время была острота 3. Камон. Вы не поверите! Снова в этот инстук. Ребята, я не знаю, он, но он очень играет давно на серваке, это 100%, но он какой-то, ребята, супер, ну слишком какой-то супер-супер-дупер жесткий. Посмотрите просто, что он делает, чувак. А ну-ка, водичку. А ну-ка. Да иди ты, блин, в сраку. Как ты это делаешь? Сколько ты мне наносишь, чувак? Почему я столько тебе не наношу даже зельем силы? Камон. Это, ребята, остается загадкой, но. Мы снова так вот делаем, чувак. Давай, просто. Ты обычный, блин! Обычный алмазник. Почему я тебя не могу слить? Вопрос, чел, давай. Просто, ребята, у него два сердечка. Почему я его не могу слить? Что это за супер магия, блин? Кстати, у меня... О, у меня барьеры пропал. Или да? Да, пропали барьеры. Ну ладно. Короче, ребята, у меня еще есть зелье силы 2. Я с него выбил. И... обоссанный набор гидры, который мне вообще вот нафиг не нужен сейчас, вот честно, вообще не нужен. Но зато я габэкнул себе мечик на остроту 2, неплохо. Но это неоправданный килл все равно. Кисатры, может быть что-то у вас будет, давайте, ну вот по одному, налетаю, вот так вот, один, давай, еще, кого, вот, чуваки, давайте, вы сами, самые забивные здесь, давай, во, разбойник, отлично, просто, ребята, выходим отсюда, давай. Просто, ребята, я уже разбушевался, я всех готов убивать, потому что у меня зелье силы 2. Так, вот только тебя не готов был, ну ладно. И, ребята, я стих имел. Ничего себе, блин, у него инвентарь был. Ничего себе. Блин, ребята, надо все-таки убивать кистартера, потому что, посмотрите, у него был набор феникса, что ли? Блин, чел, что ты вот пытаешься? Че пытаетесь сделать, парни? Все, я вас слил. Тише. Не надо так, кстати, если вас слили, то вот так и расстраиваться. Да, бывает, это бывает в жизни неудачи, но пора с ними смириться. Блин, ребята, все, давайте мы будем ливать, потому что, смотрите, у меня... Чего? У меня уже, ребята, полоска заблокирована из-за этих нубиков. Блин, я не на это рассчитывал, но зато, ребята, я повеселился, поубивал кистартеров. И с них еще выбил какие-то ресурсы. Ничего себе. Так, ребятки, мне нашелся еще один поединок с кем-то. Да блин, это. А, черт побери, ну что такое? Ну вот, блин, почему мне так не везет? Почему мне попадается вот такие вот Анио, чел? Ну ты думаешь, что я так это все дело оставлю? Нет, конечно. Я уже намучился за серию. Ну, и что ты сделаешь? Убьешь. Да ладно, ты что, даун, что ли? Смотри, я вот телепортируюсь, а он меня убивает. Ты что, дурачок, что ли? Совсем страх, блин, потерял. Вообще, офигел, смотри. Да, пока. О, май гад. Что это, блин, за монстр? Посмотрите, ребята, это просто какой-то жесточайший незричий, который, блин, тоже забафан. Нет. И, ребята, я уверен, что это читер. И вот я не... Хотя, ребята, у него не все удары попадают, что меня уже дико радует, но... Это, походу, ребята, моя... Да, это моя смерть. Это просто до свидания. Зачем я вообще снимал этот ролик? Вопрос непонятно. Ах, но, ребята, вы можете перейти на два видеоролика, которые видите прямо сейчас на экране. Они получились интереснее, чем этот в разы, потому что, блин, меня здесь просто сливали. Но я не мог ничего с этим делать, к сожалению. Меня таргетили, меня сливали, и мне вообще все не понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь обязательно, потому что этот ролик подвергает в топы. Мне это очень нужно в данный момент, серьезно. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. Также не забывайте то, что у нас не цель, это 300 тысяч подписчиков до Нового года. И только ты не можешь в этом помочь, поэтому подписывайся, бро. Ну, и играл, естественно, на Арисмане. Где еще, как бы, IP ты найдешь в описании, поэтому присоединяйтесь. Все, всех жду. Все, пока.